Грамадский транспорт Минска на майские выходные изменит режим працы. Завтра, 1 мая, автобусы и троллейбусы будут курсировать по графику недели. А у две ближайшие субботы, 4 и 11 мая, работа громадского транспорта будет организована по графику будних дён. 5 и 6 мая автобусы поедут в понедельном графику, троллейбусы по субботним, а трамваи, как у выходные. 7 до 9 мая троллейбусы и автобусы будут курсировать по графику недели, трамваи, как у выходные дни.